Меня зовут Азизулла Акбар Алиев. Какой клуб ты представляешь? Байсовский клуб. Город Москва. Откуда ты родом? Из Узбекистана, город Андижан. А в какой крупной организации хотел бы выступить? Какая крупная организация должна быть? Дальнейшего. Орзу. UFC. Ну что, желаем тебе тогда успехов, победы. Ждем красивый бой. Представься. Меня зовут Тигрулов Артем. Расскажи, с какого города приехал? Я приехал из города Кириши. Какая у тебя база? Чем раньше занимался? Дзюдо, 7 лет. Что подвигнуло тебя выступить по ММА? Ну, как-то с другом на соревнования съездил, да, заинтересовался. Я понял. Ну что, ждем от тебя интересный красочный бой. И будем рады видеть тебя снова в нашей лиге. Представляем бой в весовой категории до 71 килограмма по правилам ММА. И приглашается боец, представляющий Россию из города Кириши. Приветствуйте, Тегерлов Артем! И его соперником станет боец, представляющий Узбекистан. Он приехал из города Москвы. Он представляет клуб «Апгрейд». Приветствуйте, Акбар Алиев, Азизулло! Бойцы face to face. Пожали руки. Боец готов. Боец готов. Где? Бой. Ur! 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 Ur!
Allah'ını çıkar. Hey, geçen de kolini koy ki yelken. Yelken ben boğup koy şimdi. Çıkar kol. Çıkar başta. Çıkar, 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 çıkar. Üstüne otur, üstüne otur. Üstüne otur, üstüne otur. Üstüne otur, üstüne otur. Abi, dabur var. Dabur, dabur. Ot. Ot, üstüne, şu. Stop. Stop. Üstüne, üstüne. Şu. Davay. Stop. Arro. Ассаламу алейкум. Побеждает у нас Акбаралиев Азизов.